Всем привет, ребята! Вы смотрите пятый подкаст Церкви Сила Перемен, в котором я подведу все события и объявления, которые прошли на прошлой неделе в жизни нашей любимой церкви. 6 марта прошло первое воскресное служение на новую тему «Исцеленная душа», в которой пастор Андрей Хинконен сделал 30-минутное вступление в эту тему. Ну, знаете, Дух Святой, Он хирург нашей жизни, нашей души. И Он способен сделать эту духовную операцию в душе человека. Я верю, что за этот месяц, в этом служении и предстоящих служениях Дух Святой будет оперировать многих людей, многих из нас, многих исцелит. И мы получим новые силы идти дальше. На этом же служении Артем Скороход поделился мини-словом, названной «Смотри на себя глазами Божьими», рассказав, как на нас смотрит Бог и как мы должны смотреть на себя. Библия говорит, что ты будешь не хвостом, а головой. Просто, братья и сестры, погрузитесь в эти обетования. Я знаю, что в жизни каждого из вас разные ситуации происходят. Возможно, ты уже похоронил свое призвание, возможно, ты похоронил свое будущее. Ты думаешь, это для молодежи, это для тех. Нет, братья и сестры, я верю, что для каждого возраста у Бога есть полно обетований. Свидетельством поделился также вот этот парень, но, к сожалению, во время служения произошла техническая проблема, и фрагмент записи остался только на нашем YouTube-канале. Поэтому, извините, не могу показать. Но вы сами можете посмотреть всю запись прошлого служения, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Не пугайтесь двухчасового видео, вы можете найти фрагмент, который вас интересует, в описании, где указано точное время его начала. Просто кликайте на цифры и приятного просмотра. Неотъемлемой частью служения нашей церкви является также Нагорная молитва онлайн, которая проходит каждый вторник в 9 часов вечера в прямой трансляции. На этой молитве команда молитвенников делится словом, молится за присланные нужды людей и стоит в проломе за христианство в вере и помазании. Вы также можете принять участие в этом служении, приехав на гору Мальминкартену или молясь вместе с нами на нашем сайте silaperemen.fi. Также можете писать ваши молитвенные нужды, за которые обязательно помолятся. И на этом все. Заходите на церковный сайт silaperemen.fi, вступайте в нашу группу ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме. Всем хорошей недели. Пока!